Драгоценные приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим, и это община Дом Веры. Вместе мы славим Господа Иисуса Христа Возьмите, пожалуйста, вашу кружечку кофе Давайте вместе Ну, если у вас вечер, конечно же Наверняка у вас вечер Может быть, кружку чая ночного Я не знаю, вечером вы пьете чай или нет Возьмите ваш любимый горячий напиток Горячий шоколад, возможно, если кому-то фигура позволяет И давайте вместе проведем следующие 30 минут Добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры Хотел бы, чтобы все вы присоединились И были частью нашей интернет-общины чтобы вместе со мной, каждый день мы здесь встречаемся, кроме субботы и понедельника, вместе славили Господа Иисуса Христа. Это, наверное, самое важное. Вы спросите, как это сделать? Да, просто зайдите на сайт домверы.ру, и там вы найдете все, что вы найдете нашу, э, нашу интернет-общину. Дорогие мои, я хочу поприветствовать всех зрителей. Послушайте меня, дорогие. Я приветствую вас любовью Божией. Я хочу, чтобы любовь Божия распространялась над вами, расширялась и умножалась. И благословения были с вами. Благословляю. Пускай божественный мир будет с вами, радость в Духе Святом. Пускай познание Божье будет. Одна сестра, Ксения Рындыч, прислала мне видео, и сейчас я хотел бы вам показать это видео, просто потрясающее видео, удивительное видео, которое она записала, это видеоролик с песней благословения, она написала, ее дочка пела, и... Uh, это аудио, но я наложил еще туда видео в видео, этот бэкграунд, uh, поэтому, пожалуйста, посмотрите. Буквально это песня благословения. Думаю, что это принесет вам огромнейшее благословение. Еще раз, это дом веры, прямой эфир. Я буду проповедовать сегодня на важную тему. Не уходите, приглашайте ваших друзей. Давайте послушаем песню благословения. Славит Тебя Господь и сохранит Тебя, да присрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя. И даст тебе мир И даст тебе мир И даст тебе мир Да благословит тебя Господь! И сохранить тебя, да презрит на тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе. благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Эту песню Ксения написала после того, говорит, как я постоянно сидела на твоих проповедях, слушала, и так мне захотелось, говорит, написать песню, я написала ее, и вот они сделали потрясающий продукт, пусть Бог благословит вас. Я благословляю вас, драгоценные. Сегодня мы будем говорить на, побе на тему победы, побеждающий: Побеждать или не побеждать. Давайте откроем книгу Откровения. Будьте любезны, вот здесь у меня Библия. Книга Откровения. В самом конце, в самом конце Библии, в самом, почти возле, возле самого конца. О, да. И здесь написаны такие слова. 21 глава. И стих э, со стиха 6. 21 глава со 6 стиха. Здесь написано так. «И сказал мне, совершилось, я есть альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». И дальше написано «Побеждающий, побеждающий наследует все». И буду ему Богом, и он будет мне сыном Боязливых же И неверных Скверных, убийц, любодеев, чародеев И всех лжецов Учить в озере, горячим огнем и серой Это смерть вторая Знаете, когда читаешь вот эту историю Побеждающие наследует все Боязливых и всех остальных Ждет озеро огненное Очень неприятная история Очень неприятное сознание А что я боюсь, что-то такого Это очень серьезно Потому что страх ⁇ это оружие дьявола. Страх ⁇ это инструмент а, в руках дьявола. Страх ⁇ это, это вера в царстве сатаны. Если мы в царстве Божьем используем веру как ожидание лучшего, то концепция царства дьявола ⁇ это страх. Страх как можно хуже. То есть они ждут чего-то плохого, чего-то поганого. Дьявол заселяет сознание вот этими мыслями. Будет хуже, будет хуже. Поэтому сегодняшняя моя тема о том, как побеждать. Вообще, что Библия говорит о победах? А Библия очень четко и много говорит о победе. Побеждать. Вера, победившая, или так, победа, победившая мир, это вера наша. Когда мы читаем это у, у Иоанна, вообще много о победе сказано. 1 Иоанна, 5 глава, 5 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 5 стих. Написано так. Кто побеждает, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Римлянам 12.21. Послание к римлянам 12.21. Давайте откроем. Римлянам 12.21. Это в Новом Завете находится. Сразу же после Деяния Апостолов. И здесь написано такие. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не позволь злу а, победить тебя. Зло пытается тебя пытается вывести, раздражает тебя. Но ты побеждай зло добром. Не будь побежда... побежден злой. А, когда мы говорим о а, Иоанна 5 глава, 1 Иоанна 5 глава, всякие, рожденные от Бога, правильно, побеждают мир. Иссия есть победа, победившая мир, вера наша. То есть... Мы должны побеждать мир. Люди, нужно, нужно побеждать мир. Побеждать мир. И когда мы читаем а, книгу Откровений, мы и видим описание Семи Церквям. Так называемое послание Семи Церквям. И в ближайшие дни мы начнем обсуждать это послание Семи Церквям. Но давайте я так расскажу. Послание Семи Церквям имеет интересную структуру. Что такое послание? Это как семь коротких писем. Находится вторая и третья глава полностью не знаю, взяты от начала до конца вторая и третья глава э, Откровения. То есть э, там полностью описано вот э, вот эта вся полностью вся структура описана и здесь написано так Каждой церкви короткое послание короткое послание короткое послание короткое послание Каждой, каждой церкви свое послание и написано так начинается ангелу, я перечислю, первая Ефеская, Смирнская, Пергамская, Феотирская, э -э, Сардийская, Филадельфийская и Ладикийская. Семь церквей. А некоторые говорят это семи этапам христианства. Ранней церкви, поздней церкви. Другие говорят, что а, это еще что-то. Но я читал вот это послание. И там начинается, знаете, каждое послание, например, я нач... буду читать, От... приготовились откровение, вторая глава, первый, с первого стиха. «А ангелу Ефеской церкви напиши так. Говорит, так говорит, вторая глава, первый стих. Откровение, вторая глава, первый стих. Отлично держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. А, и дальше напи описание ⁇ знают дела твои, и терпение твое, и так далее ⁇ Потом говорит о проблемах, а, что ты имеешь терпение, а, но дальше говорит, а, что ⁇ имею против тебя ⁇ четвертый стих ⁇ имею против тебя, что, а, б -б -б, что ты оставил первую любовь твою. И дальше продолжается, и вдруг... Седьмой стих До седьмого стиха доходим И написано Имеющий ухо дослышит Вы Знаете, меня это так привлекло Думаю, чего? Имеющий ухо дослышит Ну ясное дело, уши есть, как я не могу же не слышать у меня племянник родился глухим, и врачи в Германии ему сделали операцию. Он сам немец, мой племянник. У меня как же немецкая родня есть в Германии. И операцию такую сделали. Классный пацан, но он, у него такой магнитик, и он приклеивает микрофон сюда, и слышит, ему подключено через нерв, там подключено. Знаете, когда он не хочет кого-то слушать, и его раздражают родители, или еще что-то раздражает, он просто снимает этот наушник, и все, он ничего не слышит. Он отключает, он просто выключает. Я посмотрел, думал, какой ты хитрый. Вот жена что-то говорит, говорит, ты взял, сел, все, нет, никаких проблем нету. У нас э, имеющие до да уши, да слышат. Ну как, ну я слышу всегда. В смысле? Имеющие уши, да слышат. Ну, ясное дело, мы имеем уши, мы слышим. В смысле? И что дух говорит церквям. Но здесь сказано немножко глубже вот я по-другому скажу, имеющий уши, да слышит, да услышит, да откроется ему, что Дух говорит церквям. Много людей имеют уши, но они не слышат. Они имеют уши, но они не слышат. Послушайте меня, дорогие мои. Они имеют уши, но они не слышат. Они имеют уши, но они не воспринимают, что Дух говорит церквям. Я послушал, думаю, интересно. Имею еще даже то слышать, что Дух говорит церквям. Седьмой стих. Побеждающий нам вкушать от древа жизни, которая посреди рая. Вторая глава, седьмой стих. Пожалуйста, выведите на экран. Спасибо. Вот вы, вы смотрите, я смотрю вот на это, думаю, интересно. Значит, структура какая? ангелу такой-то церкви напиши. Дальше, описание Христос, он написан здесь, имеющий семь звезд, десницы и так далее. Теперь вторая церковь, Смирнская, восьмой стих, пожалуйста, выведите, восьмой стих. Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и жив, и дальше 9 стих. «Знаю дела твои». И там дальше описание, описание, описание. Мы потом будем после говорить на эти все дела. И в конце 11 стих. В конце этого послания 11 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит». Что Дух говорит церквям? «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Я подумал, Интересно. Третья церковь, 12 стих. «Ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий с обеих сторон острый меч». У -у -у. Имеющий острый с обеих сторон меч. Потрясающе. И дальше идет описание, 13, стих. знаю дела твои, что ты живешь там, где престол сатаны, и так далее, и так далее, и так далее. Доходим до 17 стиха, в конце пергамской церкви пишет, 17 стих. И имеющий ухо слышит, да слышит. 17 стих. Что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает. Интересно. Теперь побеждай, чтобы там белый камень. Четвертая церковь, Феотирская. 4, 18 стих. На 18 стих, пожалуйста, откройте. Феотирская церковь. Ангелу Феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкалибану. Ливану. Это описание Феотирской церкви, какой Иисус. И дальше описываются дела. И 26 стих. Кто побеждает, 26 стих второй главы, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет постиг жезлом железным, как сосуды глини на них сокрушаться, как я получил и как я получил власть от самого и дам ему звезду утреннюю, имеющий уши, ухо слышит, да слышит. Что дух говорит церквям. Потрясающе. Третья глава. Первый стих. Пятая церковь наша. А ангелу сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов божьих и семь звезд. Знаю дела твои. И, и, и так далее, и так далее, и так далее. Отлично. Это, это третья глава. Первый стих. Откройте, пожалуйста. Вот. Это сардийской церкви описано. Сардийской. И в конце пятый стих. После описания написано, побеждающий облечется в белые одежды и не сглажу имени его из книги жизни. И исповеду имя его перед отцом и ангелами его, имеющие ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквям. Потрясающе. Шестая церковь. Седьмой стих. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворяет, затворяющий, затворяет, никто не отворяет. Знаю дела твои, и так далее, и так далее. И до 12 стиха, в конце послания. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет волны. напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, и нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Я сказал, вау, как интересно. И седьмая церковь, последняя, 14 стих. А ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит, аминь, верный, свидетель верной истины, начало создания Божия. Дальше описываются дела. И 21 стих. Побеждающему дам сесть на престоле, на моем престоле, со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле Его. И имеющий ухо слышать, да слышит. Имеющий ухо слышать, да слышит. Что Дух говорит церквям. Так. Теперь со всем этим нужно разобраться. Очень интересно. Это библейский урок. И здесь зашифровано послание. Я прочитал очень много всяких изъяснений по этому поводу. Никто меня не, не удовлетворил. Х много хороших, потрясающих книги описание там, о чем написано в деталях, но люди пропускают тот момент, когда там идет описание проблем, потерял первую любовь, там еще что-то, и там у тебя какие-то там а, изодели, всякие там ну, ситуации, в каждой церкви своя ситуация. Ну, послушайте, а, когда я смотрю вот на каждую, на семь, на семь этих церквей, в конце сказано, имеющий уши слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. И потом написано, побеждающий. Первая церковь, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий. Имеющий ухо слышит, да слышит, побеждающий. В каждой церкви, в конце, имеющий ухо слышит, да слышит, побеждающий. Я посмотрел, сказал, интересно, что, и что я сделал? Я, как я откровение получил по этому поводу? Я взял и выцепил вот эти все фразы, которые сейчас я вам прочитал. Имеющий ухо слышит, да слышит, и а, что после этого написано или рядом с этим написано? И у меня получилась очень интересная концепция. Посмотрите: 7 посланий, и в конце зашифровано Откровение о семи победах. Кто помнит, первая победа какая была? Первая церковь ефесская. Первая церковь Ефесская, это вторая глава и седьмой стих, там написано в конце. Если в вашей Библии возможно, вот семь кругов обведите вокруг вот этих фраз, имеющих ухо слышать, да слышит и дальше что написано. Первая Ефесская церковь. С чего начиналась? Все начиналось, первая церковь Ефесская. Здесь сказано, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Это первая церковь. Дам вкушать от древа жизни. Когда мы вкушаем от древа жизни, про древо жизни вообще очень много сказано. И что там будет древо жизни, и мы будем вкушать от него и, 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 будет, и будем иметь вечную жизнь. А, где-то написано, где-то в последней главе. А, а, древо жизни. Откройте Два, откровение 22 глава. Самая последняя страница в Библии. Откройте вот эту камеру включите. Самая-самая последняя страница в Библии. Все, вот здесь уже пусто. 22 глава. И показал мне, это уже что будет там, и показал мне чистую реку, воды жизни, воды жизни, светлую, кристалл, это 22, первый стих, нисходящий от престола Божия и Агнца. И второй стих. И среди улицы его, по ту и другую сторону реки, древо жизни, приносящее древо жизни 12 раз приносящее плоды Дающие до каждой весь плод свой листья древо для исцеления народов древо жизни посмотрите в самом конце написано про древо жизни давайте вспомним в начале что сказано про древо жизни и здесь написаны такие слова в самом начале когда адам и ева были, Бог посадил посреди рая древо жизни. Бытие, самое первое, самое начало Библии, вот здесь, смотрите, самое начало Библии. Бытие, вторая глава, девятый стих. И произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятный вид, хороший для пищи, и древо жизни посреди рая. И древо познания добра и зла. Древо жизни. Потом, когда Адам и с Ева съели от древа познания добра и зла, и Давайте третье бытие, бытие, 3 глава, 23 стих, бытие 3. И выслал его Господь Адама из сада Едемского, чтобы возделать землю, из которой он был взят. И 24 стих. 3, бытие, это первая книга Библии, бытие 3, 24. Откройте, пожалуйста, бытие 3.24 изгнал Адама и поставил на востоке у сада и Херувима и пламенный меч, обращающийся, дабы охранять путь к чему? К древу жизни. В Едемском саду человек согрешил, вкусил от древа познания добра и зла. Бог сказал, не дам тебе больше возможности а, вкушать от древа жизни. Выгнал из Едема человека и послал ангела охранять, чтобы грех не стал вечным. Древо жизни – это начало вечности. Первая победа, о которой говорится здесь, побеждающему дам вкушать от древа жизни. Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Если мы не будем вкушать от древа жизни, мы не сможем попасть в рай. Нам необходимо вкусить от древа жизни. Христос был распят на древе проклят всяк, висящий на древе, и он принял за нас рукописание, проклятие, и он впитал. Послушайте тебе, когда говорится здесь о древе жизни, мы четко понимаем, что это начало христианского хождения. Давайте теперь посмотрим, Откровение 3 глава, пожалуйста, Откровение 3 глава и 21 стих, это последняя, седьмая церковь. Если первая ефесская церковь, древо жизни, то седьмая церковь, это ладикийская, Последнее. Здесь написано «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». И как я победил и сел с отцом на престоле его. «Побеждающему дам сесть на престоле». Сейчас посмотрите. Первый. первый я когда увидел это, я сказал «Господи». Я откровение получил сногсшибательное. Всех перерыл. Никто такого никогда не рассказывал вообще. Вот я сейчас перед Богом говорю, есть много разных, я многие откровения получил, когда пасторы делились и что-то говорили, но это впервые в жизни, когда я смотрел в Библию, и меня как будто молния пробила, молния пробила. Первая церковь, древо жизни, последняя церковь, седьмая церковь, это э седьмой уровень, если мы начинаем идти шаг за шагом, шаг за шагом, если пе с первого начинается с Ефесской церкви, где сказано «дам тебе вкушать от древа жизни» и седьмой уровень, седьмой, седьмой уровень победы — это э, «дам сесть на престоле», когда это... Я сказал «Боже!» Никаких богословов я этого не увидел, и вдруг здесь я просто вырезал и выстроил между собой, и вдруг я понял... Бог спрятал нам в послании, скрыл тайный маршрут от врат небесных до престола. И эта тема, о которой мы начали говорить, о духовном росте. Как пройти от врат до престола? Каждому человеку нужно пройти от врат Царства Небесного до престола. Когда вы покаялись, когда вы пришли к Иисусу Христу, когда вы сказали, Господи, прости, открывается двери Царства Небесное, вам открывается путь. Многие люди говорят, я спасен, аллилуйя, постойте, постойте. Быть спасенным это нормально, но это не значит, что ты будешь на престоле. Я сегодня обращаюсь ко всем людям ко всем людям, которые меня сейчас слышат, видят, воспринимают. Если ты покаялся, это еще не значит, что ты дошел до престола. Первый шаг, с чего мы вкусили от древа жизни, седьмой уровень, седьмой уровень, это сидеть на престоле. Между вратами и престолом есть огромное, огромное расстояние. Есть путь, называется жизнь христианином. Некоторые христиане в умопомрачении говорят, мне бы лишь бы до рая добраться. О, человек! О, человек! Как ты можешь так говорить? Это тайна заложена. Семь божественное число, семь церквей, семь побед, семь ступеней к престолу Божьему. Хотите сидеть на престоле? Вам вопрос, вам нужно отврат, как одна сестра мне сказала, пастор, мне бы в рай, бы заскочить, бы вот так заскочить, чтобы дверь не прижала. Я бы там возле Царства Божьего, вот в вот 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 ворот, в пороге бы. Я сказал, сестра, там все места заняты, там разбойники, которые ни ничего не сделали доброго, там разбойники, которые разбойник на кресте висел. Там люди, которые покаялись перед смертью, подлецы, преступники, которые в последний момент, господи, прости меня, каюсь. И они раз, и там возле врат. Тебе не нужно рассчитывать на место, там все места заняты. Может зажать дверь врат небесных. Тебе нужно пройти от врат до престола. Путь. Тебе нужно проделать этот путь. Тебе нужно пройти этот путь. Первый шаг маленький. Кусить от древа жизни, седьмой шаг, сидеть на престоле. Как пройти все эти семь ступеней? Мы с вами будем говорить об этом воскресенье. У нас будет прямой эфир. Я надеюсь, что вы, вы все получите огромнейшее благословение, если пойдете вместе со мной по путешествию по царству небесному, по небесам. Я хочу провести вас. И то, что говорю сейчас здесь вам, это не для всех. Это информация. Многие люди не понимают, о чем идет речь. Это информация для детей Божьих, которые начинают свое путешествие до престола. Не все люди согласны идти до престола, они сдаются. И Писание говорит, в царстве Божьем много обителей. Сейчас послушайте: в раю есть возле врат есть стеклянное море, есть гора, есть старцы, где сидят, есть там еще есть, есть массовка. Есть массовка с пальмой и ветвями. Аллилуйя! Они будут ветками махать. Я не хочу быть в массовке. Я очень рад. Но знаете, я бывал в массовке в Советском Союзе, нас на парад водили, и мы держали там эти знамена и все остальное. Я хочу оказаться на престоле. Апостол Павел говорит, забывая заднее, Простираюсь вперед, все почитаю ссор. стремлюсь к высшему званию во Христе Иисусе. Аллилуйя! Я стремлюсь послушать, если есть возможность сидеть на престоле, и ты не воспользуешься этой возможностью, не дойдешь. Некоторые думают: Ну что, я все покаялся на престоле? Нет, 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 нет! Если ты покаялся, это не значит, что ты окажешься на престоле. Алло! Народ! Это не значит, что ты на престоле автоматически. Нет! Необходимо пройти через семь побед. Побеждающий наследует... Что? Все. Побеждающий наследует. Все. Поэтому, когда мы с вами говорим о а, восседании на престоле, здесь говорится о пути христианина с момента покаяния, я не знаю, воспринимаете вы меня там, или я уже, наверное, слишком сложные слова говорю. Жизнь христианина – это не добраться до неба. Нет. Люди, поверьте мне, нет. Жизнь христианина – это начать путешествие от врат, врат Божьих, до престола на небесах. Семь шагов, семь ступенек – через который каждый христианин должен пройти, чтобы оказаться на престоле. Нельзя миновать ни одной из ступеней. Нельзя миновать ни, одно, ни один из шагов. Очень важно. Семь ступеней, отвра... многие христиане остались, успокоились, и они никуда не идут. Они всего лишь ждут конца. Как ты озадачишься, когда на небесах обнаружишь, что на престоле ты сидеть и не будешь? в массовке будешь, да, возле врат, возможно, некоторые из вас будут, но ты не будешь на престоле сидеть. Я вам обращаюсь и вдохновляю вас, дорогие мои, чтобы вы стремились к высшему званию во Христе. Если возможно, если возможно, если возможно, стремитесь к высшему званию во Христе Иисусе. Послушайте, вот в Писании сказано, забывая заднее, простираюсь вперед. Апостол говорит, я забываю заднее, стремлюсь к почести высшего звания во Христе, к самой высокой месте, к награде стремлюсь. Многие люди не хотят, они говорят, ну я уже попал на небеса, это уже награда. Это не награда, это благодать. Награду нужно заработать, а благодать дается даром. Тебе вкусить от древа жизни дается даром. Иисус через жизнь свою раз... открыл небеса. Мы вкушаем от древа жизни. Вас, думаю, заинтересовала эта тема. И эту тему мы продолжим в воскресенье. Не пропустите эфир. Это часть первая, часть вторая будет буквально через день. Дорогоценный, я благословляю вас. Я молюсь, чтобы у вас было стремление, желание желание двигаться, желание развиваться, желание делать дела Божие, желание и стремление, чтобы стремиться, благословляю, чтобы у вас было желание духовного роста. Да пребудет с вами Господь, да наполнит вас, да откроет окна небесные, да и зальет от Духа своего. Благословляю именем Иисуса Христа. Я говорю благословение над вами именем Иисуса Христа. Господь, благослови, чтобы люди увидели, как можно двигаться, и воссесть на престоле с Тобою, который Ты открыл для нас. Господь, пускай это откровение придет в жизни людей. Именем Иисуса Христа я благословляю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Я благословляю вас. Сегодня с вами был Максим Максимов. У меня последняя минутка остается. Я хочу сказать вам, дорогие, пусть Бог благословит вас обильно. Благодарю вас за участие, за партнерство, за поддержку, за то, что вы вместе со мною распространяете Евангелие. Ваши десятины и приношения помогают мне доносить Евангелие до краев земли. Ваше участие – это большое благословение в делах Божьих. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да явит свою силу, да откроет окна небесные над вами. Я благословляю вас. Хочу вам сказать спасибо. Знаете, те люди, которые участвуют в десятинными приношениями, в Доме Божьем была пища. И вот здесь вы получаете духовную пищу. И некоторые сомневаются, а может быть сюда не надо десятину посылать, но если ты здесь получаешь духовную пищу, то очень важный момент. Очень важный момент. Если вы здесь получаете духовную пищу, послужите вашими десятинами чтобы эти лампочки включались, чтобы этот свет работал, чтобы интернет работал, чтобы вещание продолжалось, и чтобы мы могли оплачивать за спутники и продолжать благовествовать. Ваша десятина будет реально служить распространению Евангелия Иисуса Христа. Я благодарен Господу за вас, за каждого из вас. Пусть Бог наполнит ваши жизни откровениями. Спасибо. Если вы хотите поддержать нас, пройдите на сайт cnl.tv там есть кнопка поддержать, эти деньги ко мне не попадут, это, они сразу же пойдут на CNL и пойдут за оплату эфира, на дом веры, на все, что будет вот это содержать. Но, дорогие, я прошу вас, поддержите нас в этом благородном деле, проповеди Евангелия. Люблю и ценю вас и благословляю именем Иисуса Христа. Будьте благословенны. Встретимся в воскресенье. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.